Всех приветствую на канале «Разносторонние интересы». Сегодня вот будем расширять семью. Покуда я все поделал, то на улице видно затучило немного. Такое состояние предгрозовое. Но покуда не слышно дождя, то можно семейку эту проверить. Позавчера я расширял, почти все семьи порасширял и поставил надставки им. Это вот семья у нас в том году. Сюда мы сваливали свальной рой с трех, наверное, семей. Было 10 килограмм рой, что в районе не влезало, с открытой засыпал. С весны они слабоватые вышли так, но уже вот у них и лед. И на улице сейчас 32 градуса тепла у нас в Беларуси, это и в Беларуси. То решил я их расширить. Откроем вторую дырку в летке. Диаметр отверстий 25. Открываем. Зацепил сейчас за шифер сзади. Откроем, пускай больше леток будет. Сейчас мы будем расширять семью эту. Посмотрим, что у них. Да как здесь. Так, сейчас станем лучше откуда. О! Закрепился. Это сейчас с весны не снимал банки с прикормки. Посмотрим. Сегодня думаю им только овощины бросить. Посмотрим по состоянию. Уже начали марлю снимать, загрызать. Посмотрим, что они по силе, по состоянию их. Расширим, сколько можно. Так, потолочным будем крышу ложить. Сразу дадим дыма им, чтобы набрались они нектара. Нет, вскрываем крышу, потолок. Много прополиса наносили на потолочных наклеены. Может, будет время, так соскребу немного. На зиму у нас пошло тут так 8 рамок. На зиму 8 рамок пошло, улей. Кажись, это 16 рамочных. Добавим 6. Еще 8 добавим, значит. И две рамки останутся как раз, хотя я семью Бакфаст поставить вторую надставку, то подниму, там гнездо надо добавить, две рамки тоже. Может, еще вечером сяду на вашу пару рамок. Семейка сильная, но слабая, чтоб сильно так. Так, будем расширять на запад сразу. Сейчас глянем. Опа. Надо немного курнуть, того, чтобы пчелы выглядывают. С осени полоски не во всех забирал их от клеща. Ну, семейка такая
нормальные. Уже трутня сверху погнали. Даже может посмотрим. Мы не в состоянии. Я когда вот расширял позавчера, то не глядел, что там есть маточник и нема. Расширил, да и все, да и наставки бросил. Но тоже были семьи, что сверху уже трутовый расплод пошел. Только что-то странно он лежит, этот расплод. Хотя чтоб матка была и... Ну, короче, глянем. Вот смотрите. Что-то горбатого наложили. Или что, места нету под трутня. Так такие расплоды ли. Что-то с маткой. Пчелки такие беспокойные немного. Глядим. Что будет? На крайних рамках мед. Здесь тоже мед. Так. Пчелиный расплод есть у нас. Маточники уже лепят. Уже маточники начали лепить мисочки. Вот. Видно, посмотрим, что в мисочках. Покуда пустые. Это вот. Покуда пустые, так. Можно сказать, уже пчелки в роевое состояние заходят. Мисочки начали лепить. Это сверху немного трутня положили. Раньше я ставил. Раньше я ставил лощину не сплошную, а третью часть экономил, то снизу трутовые были эти, расплод трутовый. А сейчас полностью ставлю лощину сплошную, то нету места, так они кверху начали ложить. Вот у нас мисочка еще сверху. Ну, покуда что матка яйца не отложила, я сейчас расширю их. Может, не будет роиться. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 рамок, как я и говорил. Личинки, яйца. Странный расплод разновозрастной. Вроде нормально все. Будем расширять. Немного поставлю разрыв с краю, где медовые рамки.
расплодную часть не буду разрывать, мало ли что, холода вернутся еще. На случай возврата холодов, думаю, расширять сильно так гнезда не будем самого. Восемь рамок у нас. Пчелы не так, чтобы много, но уже на выходе, то думаю, брошу им так лощинок. В разрыв по краях, где мед, пару, и гнезда доставим еще рамки, думаю, три. Вот была личинка, пытался выдрать, но это не знаю, что за такая. Смотрим. А может даже матку поменять захотели. Было у меня такое дело, думал, что роиться собрались повторно, а не тихую смену хотели произвести. Я взял до маточники сорвал. Не помню, что с той семьей она пропала или все-таки выжила, да, потом я не знаю куда дел. Вроде как расплод есть, яйца есть. Посмотрим, что. Вот наклонял рамки боком, то пыльца повысыпалась, обножки много. Жалко, конечно, носили. Ну, за что сделаешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, восемь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рамок. Одну поставлю на край на разрыв к расплоду. Три, десять рамок еще. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 13. Опа.
Ох, за перегородкой сколько их. Пошли за перегородку, пчелы много. Сейчас покажу. О. Наверное, через часик дождь будет. Вот сколько пчелы тут за перегородкой. На потолочине, о. Может и матка тут где-то будет даже. Бегут в улей под доской. Немного их подогнать надо, то что кучки приближаются. Не помню, этот улей у меня из 2010 году я его делал, вот написано. Уже улею прилично так, 8 год. Он по состоянию, можно сказать, новый. Вот пчела перебегла. Получается у нас 13 рамок стоит сейчас. 13, 14, 15, 16. Это, короче, 18-рамочный улей. Это я делал 3 улья 18-рамочные. Вон это тот фиолетовый 18. И где бакфаст, это вот тот. Тоже 18. Бакфаста уже завтра посмотрим, то что уже погодка не очень такая. Думаю, и дождь скоро будет. Может и мимо пройти. У нас вокруг леса, болота. То тучки ходят, ходят низинами, потом на село приходят в конце концов. Получается, мы с краю поставили разрыв. Крайние вот. Здесь я расплода не разрывал, это кормовые две рамки у нас, вот это и вот это. А здесь вот, вот это с расплодом край, а здесь тоже кормовая. Ну эти разорвал я, даже не знаю, думаю согреются, если что. Литки сильно открывать не буду. Поставлю тогда им еще 13, пару рамок можно поставить. Или хватит похуда. Не знаю, да. Ну одну еще подброшу и все. Чтоб 14 рамок было. Думаю. Немного прополиса у них взять, наверное, с потолочин. На улице тепло, так что ничего не застудится. А сразу рамки отрегулировать надо, да, чтобы это потолочины ложить. Ниточка попала в прополище. Вот у нас прополис наш. Рамки без разделителей, приходится регулировать все, чтобы более-менее ровно было.
В том году это был рой на 10 килограмм, вот, и на зиму на 8 плотных рамок пошел. Ну, зимы вышел не очень. Некоторые семьи уже сильно порасширяла. На этих вот из 14 так немного. Сильно. Так, пчелы не очень. Все. Получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 рамок. 14 рамок поставили. Будем закрывать. Здесь вот у нас уже на палец бросается. Здесь у нас 6, это расплод. Вот это кормовая. И здесь, а нет, 5 расплод. 5 расплод, вот это кормовая, вот это кормовая. Это 2 расплода, вот это 2 расплода и вот этот расплод. И вот это крайняя кормовая и перговая. Так, нормально. Короче, у них получается 5 рамок расплода. 5 рамок расплода и 3 корма. Так что для них ващинки я добавил 4 на край и 2 в разрыв. Это 6. Для них нормально будет. Немного курну. То, что беспокоиться начали. Ветерок уже влажный подул. Наверное, на лесу уже дождь идет. Ну, сверху расплода наложили трутового. Раньше я говорю, третью часть наващивал, то снизу трутновый был сот, положили постоянно трутня. А сейчас некуда ложить, так они пчелиную ячейку для трутня портят. Так, все, будем прикрывать, а то пчелы забеспокоились уже. Забегайся, улей. Так. С доски прополис, потом заберу немного. Но будем на доску подливать.
я хотел сразу расширить полностью семью на 16 и на цталку им бросить, но слабоватые. Думаю, хай недельку еще посидят. Вот случайно пчелу задаю потолочиной. Ладно, буду обрывать прополис этот. Здесь вот на потолочинах много его. Вот прополиса сколько. Пообзираю его на доску, потом комок соберу. Процесс немного будет затянут. На этом съемку закончим. Вот, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Давайте советы, может, что нового для себя почерпну. Всем удачи, до свидания.